Соликамские полицейские первые 10 дней нового года несли службу в режиме повышенной готовности. Этот период город прожил относительно спокойно. Тут и жителям тоже спасибо за поведение. Чрезвычайных ситуаций и происшествий допущено не было. Однако за указанный период поступили сообщения от граждан о фактах мошенничества и краж в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. К примеру, в одном случае мужчина перевел денежные средства в сумме 5000 рублей своей знакомой, только позже он узнал, что ее страничка в социальной сети была взломана. Жертвой финансовых специалистов интернет-биржи стал другой житель Соликамска. Следуя поступающим на его телефон инструкциям, мужчина лишился денег в сумме порядка 140 тысяч рублей. Уголовные дела по озвученным преступлениям возбуждены, и по ним уже проводится работа. А мы еще раз напомним телезрителям, что в финансовых вопросах важна бдительность и критическое мышление. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».